Всем привет! 8 июля 2023 год. Я на острове Маргарита в Венесуэле. И сейчас вам покажу, в каких номерах живем. Живу я в 4-м корпусе на 3-м этаже. Мой номер 215. Ключи здесь электронные. Вот такая дверь. Кстати говоря, лайфхак. Можно вытащить ключ из этого чехла, который с QR-кодом. И просто я положил его в чехол телефона. И, соответственно, открываю телефоном как через NFC. Вот такой вот номер. Заходим. Здесь сразу справа шкаф. Места много, вешалок много, в шкафу есть сейф, у кого-то просто с ключом, у кого-то с кодовым замком, как в моем случае. Есть место для обуви, для чемодана и так далее. Двери шкафа такие несколько ушатаны. Далее ванная. Здесь раковина, унитаз. Унитаз такой, как вот в Азии бывает такой, где вот вода стоит. Все работает. Туалетная бумага, даже дают шампунь, мыло. Здесь душ. Ну, такой классический, несъемная лейка. В номере 2 или 3 полотенца. В моем случае большая кровать и маленькая кровать, соответственно, 3 полотенца. Но иногда они почему-то 2 кладут. Это полотенце пляжное. И вот такой сам номер. Называется он Superior. Кровать. Одна большая. И одна маленькая кровать. Зеркало, телевизор. Мини-бар. Такая вот тумбочка. Даже картинки висят. Кондиционер, все работает. Регулируется. Можно просто его выключить. И включить. Большое зеркало и балкон. Вид у меня на бассейн. Вот такой вид из номера на гору, на бассейн. Слева находится центральный ресторан Тиляпия. И бассейн Лагуна. И бар здесь находится, Лагуна. На балконе 2 стула, дверь. В принципе, как и везде, все стандартно. Всем хорошего отдыха.